Россия – страна возможностей. Это масштабное событие и для молодежи считается уникальным шансом проявить себя. По сути, на этой платформе, создать которую на фестивале молодежи в Сочи предложил Владимир Путин, соединились более десятка глобальных конкурсов, таких как WorldSkills, «Мой первый бизнес», «Лидеры России». В итоге в московском форуме приняли участие делегаты из Африки, Австралии, Европы. Это ребята, которые говорят на одном языке и не боятся экспериментов. Они творят, занимаются благотворительностью, строят бизнес, продвигают интернет-инициативы. Лучшие получили не только гранты и возможность воплотить свои идеи, но и там же, на форуме, ребята собрали настоящие команды. То же самое случилось и несколько месяцев назад в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Образовалась команда будущего. И члены, в том числе этой команды, сегодня снова попали в Сочи, но уже благодаря форуму «Россия – страна возможностей». Почему Сочи, а не другой город России? Этим вопросом, говорят гости курорта, они даже не задавались. Absolutely not. Вообще совершенно не жалею. Совершенно не жалею. Хотелось побывать и в других городах России, но после того, как я посетил Сочи, этот уникальный опыт, эти дружелюбные люди и новые знакомства, в этот раз мне нравится гораздо больше, чем в прошлый мой визит. Город Сочи очень интересный, достаточно спокойный курортный город. Произвел именно такое впечатление, но и в то же время современный, развивающийся, в котором сочетается современная архитектура и элементы истории. Он идет в ногу со временем, как мне кажется. В Сочи для участников российского форума провели экскурсии, в том числе пешеходные. К слову, таких маршрутов с началом летнего курортного сезона в городе будет еще больше. Ознакомилась иностранная делегация и со спортивной историей Сочи. В музее спортивной славы пообщались и с молодыми активистами курорта. Обе стороны не прочь поработать в команде. Тем более опыт уже был на фестивале молодежи и студентов. Первым делом я сказал: «О, я же был в Сочи». Хотя сейчас я понимаю, что я не был в Сочи, оказывается, мы были в Адлере, мы были в Олимпийском парке, и мы были только в рамках фестиваля, да. А после того, как нас сегодня вот на днях встретили, и после того, как мы начали здесь экскурсии проводить, то я влюбился в Сочи. Это большая возможность, на самом деле, быть, дружить и возможно, в последующем даже делать совместные проекты. Участники форума «Россия – страна возможностей» по городам России разъехались не случайно. Цель таких проектов – объединять возможности молодежи, которая может изменить мир к лучшему. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания.